Все, вы можете работать. Маша, со мной. Переходи туда. Сюда. Все. Я за все. Ты можешь делать. Да, поднимайся на него. Так, Влад, одеваешь бутылку, идешь к этому кунгуряну. Значит так. Задняя подножка. 10 бросков. Бросок через бедро. 10 бросков. Бросок через спину с колен. 10 бросков. Бросок меньше 10 бросков. Еще осталось 10. Любовь. Как хотите. Но если ты сюда делаешь через плечо, через спину с колен, через бедро в одну сторону, 30 бросков в одну сторону. Что ты там посмотришь? Хорошо? То есть, а еще и мельницу в эту сторону, получается все равно. То есть мельницу я хотел, чтобы в эту сторону. Можно что-то назад, зацеп больно или еще что-то. И потом поборетесь. Так, больше. Берегись себя по дороге. Сейчас будешь встречаться.
совсем плохо ходить. Реально, так как за одну руку может пустить, его души отдалится. Да. Ты же вот чисто на души, но не с плечом, а за одну голову. Ну а что? Так можно? Мне кажется, можно все. Рукой не стучал, а ты чисто за голову. Грэплинг можно? Можно. Так можно это центр. А грэплинг на 7 можно. Можно? Да. Вот если он душит, ты поднимаешь массаж нельзя. Массаж нельзя? Да. Болевой или удушать нельзя. На все фотографии, на всех видео. На все нога. Вот эта часть. Ну, хорошо. Кто-то мне не видит. Пока сейчас тренировка, все уже отбудется. Я думаю, нужно обловить. Вы видите так? Какие боты. Красавец, молодец, а? Им сразу только броски делать? Нет, они сейчас бороться будут. Сейчас он придет, разогреется. Сначала покачается, чтобы он был неправильно. А то он не устанут, а он будет. Разрушает их ничего. Сделали? Ну, ничего, через потери. Давай, да. Хорошо. Тяжело, да? После отдыха. Тяжело, тяжело. Хорошо, молодцы. Может, даже приятно посмотреть. Я же молодцы. Красота. Сбоку забирай, Игорь, но руку. Руку сбоку забирай. Игорь, держишь за кисти. И сбоку, чтобы рука здесь была. Ему будет тяжелее. Когда ты лицом в лицо, он... Вот, 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 забегай назад. Вот ручку перехватывай. Это у вас 40, да? 40? Назад, назад заходи, назад. И внутри. Хорошо.
он бросает, раз, ладошку раз, сложили маску. И он уже прижмикает. Вот так, так. Вот сюда я могу. Вот, вот, вот. Нет, 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 ложись, нет. Осторожно. Тут, когда делаешь бросок вперед, вперед все сзади. А раз он сзади, он бьет его. Ну, чтобы без кимоно. Тут, ребят, он так схватил. Надо было сделать кувырок вперед. Кувырок вперед. Потому что он же сюда делает, да? А ты уперся, а потом только так сюда, сразу ноги берешь, раз кувырок, бросаешь и уходишь. Так, вот. Вот оно, схваточка идет. О, так мы сейчас... Раскопал дорогу, Чезар? Что? Дорогу раскопал? Да. Ну, то есть... Да. Давай. Сейчас мы, наверное, по-другому сделаем. Сейчас мы пойдем поставим там музыку. А раз там музыка, то... Он не будет ничего говорить. Так пробу. Давай, сейчас Чезар тебя проверят, пацаны. Мы тебя сейчас сначала покачаем, если ты устал. А потом пацаны проверят тебя. Укрупнять потом. Так. Итак, Унгурянов. Первый бросок. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Так, что у нас на
Это четвертый, что у нас? Передачите. Через плечо. Может, мельницу делаем? Вот это можно сделать. Не его.